Почти половина отчислений зарплат казахстанцев идет во внебюджетные фонды. Это ЕНПФ и фонды медицинского и социального страхования. Однако сейчас они находятся вне контроля республиканского бюджета. За прошлый год отчисления составили более 4 триллионов тенге, что составляет почти 20% бюджета страны. Прозрачность госказны обсудили сегодня эксперты совместно с представителями Министерства финансов столицы. Согласно мировому индексу прозрачности бюджета, Казахстан занимает те же позиции, что и 3 года назад, с показателем 63 балла. При этом средний результат по миру составляет 45 баллов. Участники встречи порекомендовали усилить надзор за республиканским бюджетом со стороны Высшей аудиторской палаты, а также обсуждать бюджетную политику парламенту совместно с исполнительной властью до получения проекта бюджета. Почему такая стагнация произошла? Ведь в это же время другие страны резко вышли вперед. Ну, например, в Грузии 87 баллов из 100. Ну, почему мы отстаем? И оказывается, многие вещи мы можем легко исправить. В основном это проблемы у нас с открытостью проекта бюджета. Совершенно нет исторических данных. Это хотя бы данные за предыдущие 2 года. Это значит, что мы не можем извлекать уроки, не можем анализировать свои ошибки.